Почему матч такой неровный получился? То брали партию, то отдавали, то брали, то отдавали. Знаете, это у нас проблема такая вечно в команде. Ну, это женский волейбол, это проблема. У нас и проблемы большие с приемом, и, ну, не знаю, если останавливаемся, то уже конкретно останавливаемся. Потому что очень тяжело представить то, что мы пропустили. Но если уже и та идет, она идет. Ну, на пятую партию уже настроились серьезно, да? Да, мы старались, мы понимали, что у нас сил нет, мы понимали, что у них силы где-то заканчиваются, но они моложе, у них было преимущество в этом плане, но у нас опыт. Выходите на третье место, можно ли этот результат назвать удовлетворительным для команды?